Наша фирма обеспечит вам эти цветы самые красивые в мире. И ваша девушка, или мама, или бабушка будут очень рады иметь у себя дома на столе букет прекрасных цветов. Вот особенно розы. Знаете, за что я люблю розы? Потому что они колючие, потому что они с лепесточками и пахнут они пылью. Еще я люблю цветы, которые другого цвета, можно сказать. Знаете, мне нравятся цветы, которые символизируют любовь, страсть, не знаю, ну еще какие-то такие высокие чувства. Вот розы ведь — это цвет такой невинности. А вот красный цвет, он символизирует, как я уже сказала, любовь, ну, нежность, любовь и страсть. Вот. Но особенно хорошо, когда цветов, конечно же, много. Потому что много цветов – это много радости, много тепла, много любви и счастья. Покупайте в фирме Аурита цветы, которые принесут вам радость, любовь и наслаждение.